Ой-ой-ой, Дазл, что-то интересное придумывает команда Хаммер. Я надеюсь, не велосипед придумывают ребята. Кстати, для тех, кто смотрит в зале данную игру, вашему вниманию предоставляется экран с обсервером. Это правый экран над стейджем. На правом экране над стейджем вы будете видеть все то, что вижу я, и то, о чем я говорю. Поэтому, наверное, лучше как-то кучковаться больше вправо и смотреть на этот экран. Я могу подергать мышкой. Могу сам смотреть на этот экран. Ну а так, в целом, турнир проходит на ура. Я думаю, многие из вас согласятся с этим. Взяли мы хорошую высоту. И с этой высоты никак не хотим слазить. Что, в принципе, хорошо. Огр Маг четвертым пиком у ребят из The Nation. Это финал. Это гранд-финал. Это супер-финал. Это финал именитого турнира T-Clubs Cup. Я призываю, конечно, болельщиков болеть. Я думаю, болеть мы будем. Во время игры только не смотрите. Да. Я думаю, будет жарко. Я думаю, со мной согласятся многие, кто собрался здесь на этот финал. Попроси Диму, чтобы внизу объявили, что здесь действо. Пусть попросит там микрофон и внизу скажет. Или пусть подскажут. Ну что же, интересный до боли пик у команды Хаммер, честно признаться. Есть Вивер, есть Ликантроп и есть... Что попало. Ну, хотя при правильном применении это что попало превращается в полезных героев. А так, я думаю, что мы все же будем хлопать понемножечку. Сейчас дождемся сейчас начала игры. И. Нас 100% смотрят в интернетах. 100%. Привет всем интернетам. Ну что, команда The Nation на самом деле очень серьезно призадумалась над лоспиком. Что же это будет, пока не ясно. И это Брудмазер. Ну что, ребят, давайте, наверное, поприветствуем аплодисментами обе команды, которые добрались до финала. Они этого достойны! Замечательно. Всем журналистам, которые остались здесь, просьба прекратить заливать видео или что-либо вообще, чтобы у нас 100% гладко прошла трансляция. Ладно, все, ехала, как говорится. Нормально? Не, я рефери, все нормально, я могу сейвить. Да. Ну чё, поднимался вопрос о том, что в полуфиналах осталось у нас 4 флажка. Узбекский, кыргызстанский, казахстанский и российский. И 2 флажка прошли в гранд-финал, а, собственно, российский флаг. Команда The Nation, суровейшие парни из Красноярска в большинстве своем с одним игроком из Питера. И парни из Кыргызстана, из Бишкека. Чтобы вы не сомневались в суровости команды The Nation, я вам опишу их турне. Они трое суток ехали на поезде из Красноярска в Москву, играли там 2 турнира на протяжении то ли недели, то ли 2 недель. Ну, в смысле, 2 однодневных турнира. Ой-ой-ой, здесь кого-то нашли. Давайте дождемся момент.
до конца. И будут или нет. Надо мне хелсбары поставить. Мне надо поставить хелсбары. Посмотрите, зацепили ЦМ. Это будет фестблат на ЦМочке. Да, это фестблат. Команда The Nation зарабатывает ПБ. Потрясающе. Так, хелсбары. Так вот, чтобы вы не сомневались в суровости команды The Nation, пробыв в неделю или дней 10 в Москве, отыграл в 2 лан-турнира. Не очень успешно. Они отправились также на поезде трое суток из Москвы в Алмату, где сейчас и находятся. Но я не знаю, сколько они на самом деле будут ехать назад. Насколько мне известно, они приглашены на OSPL. Тоже большой серьезный турнир. Вот. Но я думаю, что попав в финал, не зря они устроили турне как минимум. Но мало того, что они попали в финал, еще на данный момент 50 на 50 шансов победить. Ну, так, то есть не задумываясь о пиках, о скилле, обо всем. Так, ну и что? Тут немножечко экшена у нас происходит. Вивер. Вообще, честно говоря, я не говорил ничего о лайнах, ничего, ни о чем. На топе соло на соло. Виномастер против Бладсикера. На миде Дазл против Брудмазер. Ликантроп, судя по всему, у команды Хаммер где-то в лесу. Соответственно, Вивер и Цемочка стоят даблой на легкой под своим тауром. Ну и противостоит всему этому трипла. ВР, Огр и Аппарат. Интересная, конечно, трипла. Да. Так, ну, я буду показывать. Я буду показывать, вы смотрите, валяйте и хлопайте. Потому что много инфы говорить я не могу. Чтобы это не сыграло никому на руку. Скажу лишь одно. Здесь будет бойня. Бойня в плане скилла, в плане всего. Судя по крикам, все в порядке у команды Next в матче за третье место. Ой-ой-ёшечки. Вивера здесь погоняли, но Вивер и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Единственное, что крипов маловатенько у Вивера будет, честно признаться, по секрету. Хотя тяжелая жизнь, у кого здесь много крипов, по-моему, вообще ни у кого. Да. Многое в этой игре будет зависеть от Бладсикера. Очень многое. Он стоит в соло против Виномансера. Задоминировать ему лайн при грамотной игре не составляет никаких трудностей. И с таким укладом, это будет хороший задел для команды The Nation на самом-то деле. Ладно, третья минутка у нас идет. Третья минутка у нас идет. Пока что без особого на то экшена. Да, да. Это то событие, которое мы ждали. Несомненно, то событие. Это финал. Это Techlabs Cup 2011 KZ Dota All-Stars Grand Final. Вот есть такая штучка Огра. И такая штучка есть тоже. Как дела у Виномастера против Бладсикера? Бладсикер немножечко впереди по крипам, несущественно, но впереди. Это, я думаю, можно сказать без особых на то. Ой-ой-ой, чё творит игрок из Мозамбика? Вы посмотрите, это будет оно. Это будет оно. Вот так вот шара. Это шара на руку. Это шара на руку команде The Nation. Молодцы, ребята. Ну а на миде? Что на миде? Грейв на себе повесил дазл, это понятно. Бруда вот будет вот так разводить и будет сейчас плевать. Вот так. Оп! Щелчок. Сфотографировал. The Nation 0-3 ведут. The Nation, они же некогда были too late или 2L8. 2L8. Ой-ой-ёшечки.
Как здесь выживает ВР-ка? Как выживает ВР-ка и как здесь не выживает СМ? Боже мой, The Nation, что творят? ВР-ка. Вот Вивер опять попытался нахалявить, но нахалявить у него никак это не вышло. Потому что нефиг халявить. Абсолютно нефиг. 0-4 счет. Пятая минута игры. The Nation. Суровые парни. Из Красноярска просто. Показывают красноярскую доту. Если я ничего не путаю. Я думаю, я не путаю. Ну чё? Ах, Вивер. Ах, Вивер, Вивер. Вивер не умер. Но не стоит забывать, что... Забывать не стоит, что Ликантропе забыли. Вот о чем речь. И неизвестно, с каким количеством айтема он выйдет. Посмотрим. 0-4 счет. Я думаю, что... Я думаю, что... Нам нужен сейв, парни. Определенно. Так, ну что. Был этот турнир очень интересным и непредвиденным. Ох, 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 Огр. Огр находит СМ-очку. Огр находит СМ-очку. Огр находит всех, кого можно. И Огр не только находит. Огр. Огр умирает. Минус Огр. Так вот, турнир был длинным, тяжелым и непредвиденным. Много команд, на которые так надеялись, не показали ничего, им не проперло, но... То ли еще будет. То ли еще будет. Да, вот теперь Виномансеру будет объективно трудно. Вот просто Виномансеру будет объективно... Трудно. Все. Ну вот о чем здесь разговор. Разговор о том, что у Виномайсера должен быть телепорт, чтобы спасаться от таких ситуаций. Это килл. Команда The Nation делает килл. Погибает у нас Виномайсер. Давайте договоримся, ребята. Вот просто договоримся. После каждого килла хлопать. Вот просто. Чтобы было всем весело, чтобы команда чувствовали поддержку. Попытка здесь убить Вивера на ботами. Вивер забегает, прячется. Нужны телепорты. Телепортов нет. Но здесь подтягивается ЦМ-очка. Подтягивается Кристал Мейден. И кто кого поборет, тот того. Минус! The Nation делает килл. Но здесь еще не все. Здесь еще волки в погоне. Волки в погоне. Волки в погоне. Не только волки, но и волк в погоне. Ой, как все плохо. Ой, не привязал! Ой-ой-ой! Так было близко ВР-ка. ВР-ка была близко, но не справилась. Но здесь Бруда может отомстить. Нет сапог у Ликантропа. Погоня за Ликаном. Есть мана у Бруды. Надо делать еще пару тысячек и делать плевок. Тут как тут приходит Дазл. Боже мой, как четко. И выживают. Неужели засейвили? Влетает сюда еще Виномайсер. Виномайсер дает рассказ. Боже мой, минус Бруда. Вот это прикол. Но здесь фармит. Здесь фармит Стиг. Стриг. Стригвир, он же Бладсикер фармит. Все у него нормально в ажуре. Все у него нормально, все у него в ажуре, ровный парень. Да, дела. Бруда возвращается во свояси, возвращается назад на мид. Приходит домой. Ну, я думаю, самое время пробежаться, сейчас посмотреть, у кого что по айтемам. Чё и где? Чё, где, у как, у кого, и зачем, и почему. А, показываю вам Брудмазер, показываю вам ВР-очку, показываю вам Стигвира, который чё-то купил себе. Вот не знаю, что он себе купил, надо смотреть. Дазлик тут бегает с медалькой. Ликантроп. Тоже что-то купил себе определенно, не знаю что. Но что-то есть. Так. Я очень надеюсь, что эта игра войдет в аналы истории. Мы поглядим, будет ли это так. Куда здесь пошла Бруда?
Ну куда ты вот идешь? Ну что это такое? Далеко зашел. Далеко зашел, надо раскастовать здесь до зла. Не знаю, почему-то Бруда полезла, не поддержали ее ребята. Как-то это так вяленько получилось. Ликантроп сместился на топ. Стоять против Стигвира. Стригвира. Бладсикера. Стригвир зе Бладсикер. Нормальный криполт, нормально кило у парня. Что-то он себе купил. Вот я не знаю, что он будет собирать. Ничего не будет собирать. Такого быть не может. Где бабло? Где ты спрятал наши деньги? А, вот оно бабло, я понял. А я ищу вот этот айтем. Вот оно бабло. На самом деле игра размеренная. Хотя, с другой стороны, 10 кило за 10 минут это норм. Это норм. Реально, по книге. Ну чё, 11 минуток у нас. 11 минуток у нас игры. Прошло. 4-6. Впереди команда The Nation и на топе. Чё-то на топе творится. Чё-то на топе здесь творилось. Привязывают еще и волка. Ну, волка здесь не отпускают. Да, один в один. Я чувствую, у нас аудитория поделилась на две стороны. Один в один разменялись ребята. ТПА делают Crystal Maiden в погоне. Погоня за Дазлом. У Дазла здесь нет практически никаких шансов выжить. Ну, нет у него никаких. Кинул на себя Грейв. И все, да. Дома. Дома. Где? Ребят, мы же договорились, аплодисменты после каждого килла. Ну, где они, а? Нормально, нормально. Кто это там такой? Единственный фанат настоящей команды The Nation в зале. Так. На самом деле, битва не на жизнь, а на смерть. И форстав телепорт. Вот Вивер молодец. Вивер что-то знает. Что-то слышал о Доте. Носить с собой телепорт против Бладсикера. Ну, все прекрасно понимают накал страстей, который сейчас происходит. Ведь финал это и в Африке финал. 5-8, еще 12 минута игры. Никуда. Такое ощущение, что никуда не спешат команды, но на самом деле это не так. Команды спешат, команды стремятся. Команды не хотят проигрывать ни в коем случае. Ну чё? Бруда какая-то совсем наглая, совсем дикая. Но Сикер-то продолжает свой фарм, и пока непонятно, что и как он будет делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и все, нет, здесь минус Вивер. Потрясающая игра от команды The Nation, прилетел сюда ульт от аппарата. И в этот раз телепорт не удался. Правда, почему-то не убил. Бладсикер делает тип-аут, и все, наказывают его за это. Но здесь хотя бы можно кричать домой, потому что обе команды не местные, а то, как правило, в казахстанских дерби кричат друг другу домой, сидя дома. Это вот весело на самом деле. Ну чё, 14 минут, друзья мои, 16-9, по-прежнему впереди The Nation. Но чё-то Ликантроп начинает быть агрессивным. Мультикаст влетает в Ликантропа, его привязывают ульт от аппарата, прилетает, нету шансов. Вы же здесь, или есть, есть, нету, живёт, ой-ой-ой, всё, наказали Ликантропа, привязались. Дазл пытается выжить. Crystal Maiden на развороте аппарата. Раскастовывает еще и ЦМ-ку, убивает здесь. Завелся фанат, завелся. Браво, команда The Nation. Поддержка просто зала. Поддержка зала на уровне, ничего здесь не скажешь.
7-12. 7-12 счет. По-прежнему впереди The Nation. И я все вот пытаюсь, кликаю по всем героям. Вот кликаю и не могу понять, вот где айтемы? Где суровые айтемы? У всех всего по чуть-чуть, вот конкретно, да? Сейв, сделаем сейв. Ну чё, пролетает здесь ульт от аппарата. Накрывает он слегка вивера, чтобы вивер не расслаблялся. Тем временем пачка спайдерлинга угрызет кое-кого кое-где. Еще один момент, ребята, давайте. Это просьба к фанатам, да, которые поддерживают болельщикам, наверное. Давайте без подсказок из зала, потому что пострадает команда, которая подскажет. Такой вариант тоже возможен. Поэтому давайте обойдемся без этого. Ну, в смысле, там бьют Рошана. Если в зале будет слово Рошан, будет пауза и разбирательство. Ну, тем временем пошел на замес. Неужели сбривает здесь Виномастера? Знаешь, делает килл. Погоня за Огром. Огр убьет, не убьет. Привязали. Ой-ой-ой, минус вивер. Что творит The Nation? Oh my godable. Oh my godable. Еще и Тавр. Вот Тавр здесь без вариантов остается за команду The Nation. Серьезно выглядят ребята, ничего не скажешь. Но я тоже думаю, еще бы 6 суток в поезде не выглядит серьезно. Черт побери. Вообще, ребята молодцы. Российской дота-сцене очень сильно нужна свежая кровь. Ну, скажем, не свежая, а в общем, чтобы кто-то зажигал. Что-то здесь Bloodseeker какой-то дикий вообще. Ну чё, 18 минут, друзья. 18 минут уже у нас. Да, у нас небольшое объявление. Команда NextKZ занимает 3-е место на турнире. И я предлагаю похлопать. Эй! Браво команде Watch, которая пробилась так далеко рандомным составом. Опоздал на час на турнир. Это все-таки показатель. А так парней 3-м посевом сеяли. Ну что, у нас-то идет наша игра. 7-15 счет. Впереди команда The Nation. Огур изучает скалу. Кстати, мне вот это вот на спине Огра напоминает казахский орнамент, честное слово. Наверное, Огр в душе казах. Так, Бруда. Бруда вот постоянно ищет себе на задницу приключений. Виверок. Виверок. Девятнадцатая минута игры у нас Ladies and Gentlemen. И ровным счетом на 19-й минуте игры. На 19-й минуте игры падает Рошан. Команда The Nation убивает Рошана. Bloodseeker подбирает Edges.
Просят ребята сейв и получают его сполна. Двадцатая минута игры, друзья. Финал. Это просто ле финаль. Смотрят нас почему-то не очень много людей, честно признаться. Но ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Ничего страшного. 20 минут игры. ВР-ка вот смотрим на ВР-очку. Кстати, кто на ком играет? Кто на ком играет? Ля-ля-ля. Я думаю, что... Чтобы не сказать ничего лишнего, я вам буду просто показывать. Вот и все. Все очень просто. Все очень и очень просто. Так. Никопол играет на ликантропе. Нормально имеет бабла. Более-менее. Интересное решение от Бладсикера. Купил он себе Сендж. Так, чё тут, чё тут? Ой, Бруда опять нарожен. Пошел у нас замес, раскаст, ульти сюда, виномастер. Сбреют или не сбреют? Дазл по-любому умрет. Ой, умрет здесь Дазл, ой, умрет здесь Дазл. Погонит за виномастером, Unstoppable делает. У нас Ancient Operation. 1-0, меняются The Nation в свою пользу. Погоня за Брудой, летит в стан. Бейнхэллоа, и боже, все-таки сгрызли. Сгрызли аппарата, 1-1. 1-1 наменялись, ребята. Ой-ой-ёшечки, ой-ой-ёшечки, ну драка-то еще не закончена, драка еще не закончена, плохая привязка, ЦМ-ка не связывает. Умирает здесь Кристал Мейден, влетает сюда Бладсикер, лоу хп, уходит Бруда, в погоне за ней Вивер. Вивер дает тычку, Вивер дает еще одну тычку, горит Вивер, дает и умирает. Вивер пытается делать ТП-аут, убивает Вивера, мегакилл делает. Мегакилл делает ВР. И 9-18. 9-18. 9-18. Череда разменов. И даже из этого замеса вышли в плюсе ребята из The Nation. Да, дела-дела. Влетел виномансер. Бросил соплю из-под выпад верта, но нет. Да... Ну вот ликантроп, видим его айтемы. Не хватает ему ресайпа до БКБшки. Я одного не пойму, затащит ли Сикер Саши Яшей. Вот не верю просто. Возможно ли такое? Посмотрим. Ой-ой-ой, а Дазл-то у нас фармила из Нижнего Тагила. Он-то не совсем суппорт, как оказывается. Стоял он соло-мид, но все равно айтема у него для соло-мида средненько. Посредственно. Так, ну чё? Ну чё-чё? Чё-чё-чё? О, да, 23-я минута, у Бруды появляется Orchid of Malevolence. Malevolence. Так, ну чё, какой у нас финал? Напряженный, я бы сказал, честно говоря. Да, и в принципе, наверное, на любом лане практически происходят напряженные финалы. Это правило. Не знаю, пока команда не создает моментов для эмоций особых, все аккуратничают, 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 аккуратничают. Что из этого получится, пока не ясно совершенно. Ну вот, Бруда вот на самом-то деле какая-то офигевшая. А офигевшую Брудой что надо делать? Не знаю, что надо делать с офигевшей Брудой.
Офигевший Бруду надо бить. И... Да, минус Бруда. Я не знаю, зачем играть так нагло. Зачем просто играть так нагло? Зачем? Ну, а так здесь прилетает... Чё, где? Чё, где? Где-то там полетел ульт от аппарата, но не попал в кого надо было. Забирают тауэр на ботами команды The Nation и не останавливаются на достигнутом. Пойдет вперед, не пойдет. Сейчас мы поймем это. Ну, на хайграунд команда не пошла. Что, в принципе, наверное, правильное решение. Так. Честно говоря, опять делают самую главную ставку в игре на Ликантропа ребята из команды Hammer. Hammer. Которого представляет Кыргызстан в данном финале. Боже мой, запинали тут бедную Гасту. Умерла мини-ледяная банша. И чё? Ой-ой-ой! Погибает Виномастер! Нашли и не отпустили! Браво, команда The Nation! Да. Я на самом деле офигею, если команда The Nation из своего турне еще раз поедет в Москву, чтобы принять... Нет, не в Москву, в Киев, чтобы принять участие в Асусе через 2 недели. Только потом домой. Это будет Евротур. Почти что. Почти евро. Так. Ну, Бруда. Хотят этот Tower of the Nation, очевидно, видно по их глазам. Боже, какая связка здесь от ВР, уходит с удовольствием от аппарата. Ультит Виномастер начинает нарезать здесь Ликантроп, первый минус от команды The Nation. Остановится, они на достигнутом или нет, цепляют здесь ЦМ-ку вряд ли выживает. Еще один килл от The Nation, что творят The Nation? Где-то здесь грызли Огра, боже мой, минус Огр. И надо отходить, надо. Что, собственно, и делает команда The Nation. Попросту отходит. Попросту отходит. Да. 11-21. Практически 2 раза перевес по киллам у Скоржей. У гостей из России. Команда The Nation. Вот так. Бруда, блин, я не знаю. Бруда просто глухонемая. Ну просто, вот сопля. Все, в соло. Какой тимплей, что творят? Ну вот я не знаю. Это называется... Я на самом деле вот говорил, да, что Бруда очень наглая. В принципе, так и надо играть, я думаю, этим героем. Сейв, ребята, делаю сейв. Да, вот оно БКБ у Ликантропа. Сейчас посмотрим, что произойдет. Уже, между прочим, 9-секундное БКБ, так что не вот оно. И здесь происходит суровая борьба. Кто же победит? Сосулька или медведи? Да. Сенч и Яша имеется уже у Стигвира. Посмотрим, что из этого получится в дальнейшем. Ну, в смысле, что будет собирать дальше Стигвир. Вот это я. Стригвир. Вот что я имею в виду, говоря эти слова. Так, деньги у Бладсикера имеются. Финаль. Нормально вообще. Суровые парни. С
стоит, воет и смотрит на Украину. Ну, я не знаю, ребят, честно, вот я смотрю на игру команды The Nation, и чувствуется какое-то прям, ну вот, на сегодняшнем турнире я не видел такого. Я не видел, когда стоят и полминуты всей командой ждут Рошана. Вот я такого не видел на этом турнире. И вот он, Рошан. Браво, The Nation. Потрясающе. Клевый тайминг, ничего здесь не скажешь. 11 на 22, 30 минута, 33 килла мяса. Да, дела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, команда The Nation собирается, по-моему, предпринимать какие-то серьезные действия. Видят сейчас Хаммер, где находится их оппонент. И принимает решение, что делать. А Виверу вообще все ни по чем, он фармит. Фармит. Ну что, набрались храбрости, смелости. The Nation подбираются к хайграунду, снимают сейчас Сентрай Вард. А все благодаря чему? Благодаря гему. Пойдут, не пойдут. Много кобра стоит здесь у Виномансера. Вот практически 10 игроков сфокусировано здесь. Практически 10. И что? Чувствует себе силу Бладсикер и должна пойти у нас сейчас драка. Заходит замес Виномансер, ультит Виномансер, нужно перестраиваться команде The Nation. Бруда начинает нарезать, но нет, Бруда включает БКБ. Боже мой, убивают здесь Бруду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, 2 в 0 в пользу команды Хаммер. Выбили еще и Аегис Бладсикера. Боже, что творит команда Хаммер? Убивают аппарата. Вот это да. Три безответных килла. The Nation. Ну чё, это был важный момент для команды Хаммер, понять то, что они могут, что все еще впереди в этой игре. И вот так вот напоролись ребята из The Nation на дефенс, на кыргызстанский дефенс. Разменялись 0-3, унесли ноги и все. Тем временем на топе падает товырочек у команды The Nation. Ликантроп прошелся, подгреб к рукам Тауэр, и на этом экспансия за Тауэрами, возможно, окончена. Да, однако да. Ну чё? Чё? Вот такой вот айтем есть у Сикера. И самое главное, конечно, наверное, смотреть за Ликантропом, чтобы понимать, что же из этого всего получится. А Ликантроп норм. Очень даже норм. Дизолятор имеется у Ликантропа, это уже не скрытая инфа. Также имеется БКБ, 8-секундная БКБ. BKB. Blackin' Bar. Я не знаю, падает ли снаряд
два раза в одно место, но команда The Nation отправляется тем же флангом. Целый выводок животных. Заходят, и посмотрите. Под Блудластом пытается сгрызть по фасту Тавр. Телепорт сюда летит от Ликантропа. Пытается зайти в замес Виномастер, пока у него это не получается. Неужели на этом ничего не произойдет? Да, ничего не произошло ровным счетом. Обменялись любезностями в виде пары спылов каждой из команд. Но так просто не сдаются The Nation, они все тут же на амбразуру просто планируют зайти, не давая выходить с базы команде Hammer. Что из этого выйдет, черт подери. Ни одного килла не было с прошлой ситуации около этого же хайграунда. Очередная попытка захода на хайграунд от команды The Nation. Опять пилят они этот тавер, боже мой. Опять просто вот как дежавю. Опять Виномастер под этим же углом забрасывает свою соплю. Максимум собранности со стороны обеих команд. Максимум. Все хотят победить. Не зря ребята играли весь день. Да и вообще ехали издалека обе команды. И чё, Бруда заходит на хайграунд. Кубик в нее сразу от Crystal Maiden. Шейпшифт, БКБ от Ликантропа. БКБ от Брудмазер. Пошел у нас замес. Ультит Виномансер. Сикер умирает здесь. Сикер, что это? Привязка, какая привязка от VR? Новый год от Crystal Maiden. Килл делает команда Hammer. Мегакилл сбивает VR. И... Ой-ой-ой. Вообще. Это называется дежавю. Те же три килла на том же стороне. Это жесть просто. The Nation, не ходите туда больше. Я серьезно. Я думаю, мы засейвим, пожалуй. Ну чё, мы-то продолжаем. И вот так чуть-чуть по чуть-чуть, два раза по три, счет уже не 11-22, а 17-22. 17-22 счет в нашем противостоянии. Разница сокращается очень серьезно. Какой плюс? Ой-ой-ой, зашли на хайграунд, ультит сюда аппарат, боже мой, какой камбэк от команды Hammer. Начинает грызть бараки, Ликантроп включает БКБ. Бруда кушает, Барак, неужели убивают Барак, команда Hammer, Бруда кушает, умирает Бруда, шкрит. Жесть, ой, что вообще, вот, жесть, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и неужели выживет, нет, не выживает, Ликантроп убивает его, Бладсикер, и теперь на развороте ответка, будут убивать здесь до зла, по-любому какой-то спел будет, что это вообще, как? Вот это да! Ой-ой-ой! Это та дота, которую мы любим. Это та самая дота, которую мы любим. Один в один по киллам разменялись ребята. И одной стороны не меньше. Украли одну сторону друзья из Кыргызстана. КГЗ стайл. Сделаем сейв. Так, ну чё? Ну чё? Пока опять тишина наступила на нашей карте. Пули не свистят. Обе команды
собираются с мыслями для рывка. Но уверенно, уверенно переворачивает. Понемножку и уверенно переворачивает команда Хаммер. Неужели кыргызская дота настолько суровая? Неужели ребята смогут? Посмотрим. Ой. $25,000 голды есть у Найкса. И Мессер Шмидт Ривер у Ликантропа. Мессер Шмидт Ривер. Вивер продолжает свой фарм. Есть у него манта, Виталити бустер, худ. И вот так вот. Да. Поправилась, явно поправилась ситуация у команды Хаммер, определенно. Неужели в самом деле? Да, все, Вивер прочекал этот ситуэйшн. Есть инфа у команды Хаммер о том, что забирают Рошана. Команда The Nation. Но вот что будут делать или что не будут делать Хаммер, пока не ясно. А Хаммер не делает абсолютно ничего. Третий Рошан падает по таймингу. А значит, у кого-то есть сыр. У кого, пусть это будет сюрпризом. Ну так, под шумок-то. Так-то под шумок мантами пушит Вивер. Лайн. Мантами. Иллюзиями. Иллюзиями манты. Копиями. А Ликантроп незамедлительно приближается к харте Court of Tarrasque. К Тараске. На самом-то деле. Такие вот забеги Ликантропа. Я не знаю, честно говоря, как от них спасаться. Это жесть. Просто пацан включает БКБ, грызет 5 секунд барак, и барака нет. Только, наверное, глиф и то, как фартанет, есть он или кулдаун. Я думаю, вот теперь уже можно говорить о том, что сыр у Бруды, это видно. Суровый виномастер 16-го левела. Вот так вот. Вот так вот, виномастер. Георгий. Ну чё? Вот это прикол. Вот это прикол. Да. Ну что, Георгия нашли? Ну чё, будет что-то или нет? Ультит виномастер успел вовремя, кинули в него глиф, но... Глиф. Ха-ха, грейв. Умирает, все-таки убили. Убили Винома. Есть такая штучка, и она остается в активе команды Хаммер. Да, если бы не Грейв, не ультанул бы Виномастер. Ну что, выживет здесь аппарат или нет? Да, аппарат выживает.
А так уже крипы подбираются к бараку, последнему на миде у команды The Nation. Да, чувствую, битва продолжится. Не будет эта игра быстрой. Очень верткий Bloodseeker. Команда The Nation не справляется с напором крипов. Нет, справилась. Вообще, это забавная ситуация. Провтыкали. Огр тоже не справляется с крипами. Что-то все трудно у команды The Nation. Да, день великой доты сегодня у нас просто. Думаю, многие перед началом турнира предполагали увидеть другие команды на сцене в финале, но лан есть лан, и в финале сходятся только лучшие команды, которые готовы на максимум. Тоже мы видим здесь, на этом же турнире, Techlabs Cup 2011 KZ. В финале играют The Nation, напомню еще раз, играют за Скоржей и команда Hammer из Кыргызстана. The Nation представляет страну, Россию. Да. Ну чё, и вот она, встреча на Эльбе, забегает ВР-ка куда-то, я даже не ожидал здесь увидеть такую тусовку, но вот и Crystal Maiden ходит сюда, улетает от аппарата, ВР-ка выбегает на Варстафе, и что? Что? Умирает Bloodseeker, у Bloodseeker имеется еще все, что надо, юзает сыр Бруда, очень даже вовремя, но Бруда рассыпается в очередного крита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Виномайсер выживет здесь или нет? Убивает Bloodseeker, боже мой, это камбэк от команды Hammer. Что творят? Что творят Hammer? Но за место еще не окончен, еще не окончен. Могут убить здесь Огра, убивает Огра. Погоня за аппаратом. Что же здесь произойдет? Гост есть, нету Госта. Есть Гост Скепетр. Есть Гост Скепетр. Ульт от аппарата, Манта. Нет. 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 Дела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чините бараки, парни. Минус турка. Не попадается плей Виномайсер. Боже мой, сгрызает барак. Команда, значит, сгрызает барак. Убьет или не убьет? Ой, да, убивает Виномайсера. Но Ликантроп не знает горя и печали. Вот теперь надо убегать Ликантропу. Нет, это было плохое решение. Дабл килл от команды The Nation. Какая хорошая привязка от ВР-ки. Да, но опять, это дежавю. Это дежавю, то же самое, что было против команды Next. Киллы-то есть, но двух сторон-то нету. Упорнейшая борьба. Упорнейшая борьба. Я думаю, я сделаю, пожалуй, сейв. Если никто не против, конечно.
принципе, неплохо одета ВР-ка, но... Неплохо-то неплохо, но двух сторон по-прежнему нету. Мне интересно, что будет сейчас предпринимать команда The Nation для того, чтобы переломить игру. Это уже будет очень даже трудно. Turtle Style, непобедимый Turtle Style от Кыргызстана. Да, и по крипам лидер у нас на карте никто иной, как Ликантроп. А, нет, не Ликантроп. Бруда. Бруда. Да, прикольно. Интересно, девки пляшут. Вот так вот. Ну что? Пошел у нас замес. Опять Миномантер принимает атаку. Опять Миномантер ультит. БКБ включает Ликантроп. Убивает здесь Бруду. Новый год. Тестомейн. Вейл. Лоу ХП. Взрывается зал. Команда Хаммер. The Nation пишут good game. Это победа команды Хаммер. Браво! Да, браво. Ну и все, на этом турнир окончен. Спасибо всем, кто был с нами. Специально для вас прямиком из Алматы был Матрикс.